Друзья, добрый день! Вас приветствует компания Phuket by House. Сегодня мы расскажем об одном из самых популярных пляжей острова Phuket, где можно найти любой вид развлечений. Это пляж Патонг. Патонг – это один из самых популярных пляжей Пхукета и, бесспорно, самое оживленное место на острове. Торговые центры, магазины, разнообразные развлечения, нескончаемая череда ресторанов и сумасшедшая ночная жизнь. Патонг – это целый маленький город со своей уникальной атмосферой. Праздник каждый день. Именно так можно охарактеризовать пляж Патонг. Здесь есть все – много развлечений, шопинг, большой выбор мест, где можно покушать, и огромный выбор отелей. Патонг в переводе с тайского означает «банановая деревня». И правда, еще 200 лет назад на Пхукете в районе пляжа Патонг были джунгли. Первые поселения появились только в начале 19 века. Их жители занимались рыбным промыслом и сбором бананов на огромных плантациях. Фактически это был изолированный участок, и добраться до других деревень острова было не так легко. Через джунгли не существовало никаких дорог. На пляже Патонг можно было за копейки купить большой участок земли, только никто этого делать не хотел. Все начало меняться лишь с приходом туристов на Пхукет. В настоящее время Патонг – это универсальный курорт, где доступны развлечения на любой вкус. Здесь можно поплавать, позагорать, покататься на водных мотоциклах и лыжах, полетать на параплане за катером, развлечься в ночных клубах и дискотеках, совершить крупный шопинг, расслабиться в массажных салонах, посмотреть секс-шоу и шоу трансвеститов. В 2006 году на Патонге был построен торговый центр «Джан Цейлон», в котором можно купить практически все, не покидая пределов городка. Раньше за серьезными покупками приходилось отправляться в Phuket Town. Большой выбор одежды, обуви, электроники. На территории комплекса есть кинотеатр, ночной клуб и гипермаркет Big C, где помимо промтоваров имеется большой выбор продуктов, овощей и фруктов. В начале 80-х началась стремительная инфраструктуризация. На Патонге было построено много отелей, ресторанов, баров, магазинов. Именно тогда в истории Пхукета появляется Бангла Роуд – центр ночной жизни. Это самая тусовочная улица острова Пхукет. После 6 вечера движение на этой улице перекрывают, и она становится доступна исключительно для пешеходов. Именно здесь находятся одни из самых популярных ночных клубов Пхукета, самые веселые бары, и здесь же прогуливаются озорные трансвеститы. Надеюсь, вам понравилось наше видеоприключение. Смотрите другие наши ролики на канале Phuket by House TV. И не забывайте ставить ваши лайки. Oh,
always in trouble, need love on a double, spend cake in a lifetime, climbing to the level.